Элли не знала, как долго она была без сознания. Несколько дней, часов. Девушка сосредоточилась на своих ощущениях и открыла глаза. Она лежала, и рядом с ней никого не было. Девушка села и начала проверять, на месте ли ее телефон и кошелек. Она облегченно вздохнула, когда поняла, что их никто не украл. Потом она проверила свой телефон. С него было сделано 14 исходящих звонков, вот только она не помнила, чтобы набирала эти номера. Затем Элли посмотрела вниз и увидела две бумажки, которые, должно быть, выпали из ее правой руки. Она осторожно наклонилась и подняла их. Одним из них был смятый лист бумаги, на нем в попыхах кем-то была написана записка. Последнее, что Элли помнила, как плохо она себя чувствовала в поезде, а затем ужасное ощущение падения. Охваченная страхом, Элли начала читать. «Элеонора, надеюсь, к тому времени, когда вы прочитаете это, вам станет лучше». Элли с удивлением продолжила читать дальше. «В поезде у вас был припадок, и я вынес вас. Вы не успели удариться головой во время падения, но я, возможно, травмировал вашу ногу. Я наступил на нее, и только тогда понял, что вы лежите на полу. Извините за это». Итак, в поезде у нее произошел припадок. Элли продолжила читать в надежде собрать остальную часть головоломки. «Извините, я не могу остаться с вами, но вот вам кофе, чтобы взбодриться». Элли посмотрела налево и увидела, что действительно рядом с ней стояло кофе в бумажном стаканчике. «И вот вам 10 фунтов, на которые вы сможете поехать на такси домой. Извините, у меня больше нет денег. Надеюсь, что вы живете недалеко. Я связался с людьми из вашей телефонной книжки. Медицинская помощь уже в пути. Желаю вам всего наилучшего и быстрого выздоровления. С уважением, Том». Кто такой Том? Элли знала его? Почему этот незнакомец был так добр к человеку, которого прежде не встречал? В этот момент Элли поняла, как ей повезло и что у нее на небе есть ангел-хранитель. Как только Элли оправилась от этого происшествия, она написала о загадочном добром самаритянине, который помог ей, когда это было нужно, больше всего на Фейсбуке. Пожалуйста, поставьте лайк или поделитесь этой историей. Прошлой ночью в Лондоне моя вера в людей была восстановлена. Большое спасибо всем, кто помог мне прошлой ночью, особенно Тому. Я хотела бы попытаться найти этого человека, чтобы вернуть ему деньги и поблагодарить. После того, как Элли опубликовала это эмоциональное сообщение, оно стало вирусным, и тысячи людей поделились им в надежде, что загадочный Том наконец объявится. Возникло много предположений, кем он может быть, что он делает, как он выглядит, а многие девушки стали мечтать, чтобы у них появился такой парень. Когда Элли в интервью спросили, что она бы хотела сказать человеку, который ей помог, девушка ответила: «Я просто хочу поблагодарить Тома за помощь. Я хотела бы сказать ему, что он отличный человек. Я также хотела бы вернуть ему деньги, и если я встречу его, то пиво будет за мой счет». Смогла ли Элли найти Тома? К сожалению, даже спустя 4 года поисков загадочный Том так и не нашелся. Элли даже начала кампанию в Твиттере под хэштегом «Найти Тома в поезде» в надежде выйти на него, но кажется, неуловимый Том хочет остаться анонимным спасителем. На этом все, друзья, с вами был Гуглов, увидимся в новом видео, пока-пока!